Я чувствовал себя грязным индейцем всю жизнь в школе-интернате. Посмотрите на это. В таком учреждении, как католическая церковь, у вас строгие правила, вы следовали их этике. Я пытался выяснить, что произошло в миссии святого Иосифа. Миссии святого Иосифа. Все было очень секретно. Мой отец родился там. Как это случилось? Это не то, о чем хочется говорить. Знаете, это продолжает причинять боль. Десятилетиями поступали сообщения о пренебрежении, смертях и исчезновениях детей из этого учреждения. Две девочки утонули. Священников перемещали. Почему они умирают? Думали ли они, что мы всю жизнь останемся глупыми, и никто никогда не узнает об этом? К сожалению, это только первый шаг. Нужно действовать. Мы видим последствия в нашем сообществе каждый день. Мы должны продолжать поддерживать друг друга. Лин, прошу тебя открыть свое сердце. Наш народ готов подняться. Твоя история о том, кого бросили, но кто и сам бросил. Ты ведь знаешь, что со мной случилось, верно? Я хочу знать всю историю.